Всем доброе утро, доброе прекрасное утро. Сейчас почти 10 часов, где-то без 20. У меня завтрак. На завтрак не мудрила, опять лаваш, 55 грамм лаваша, в середине творога 50 грамм 5% с зеленью. И еще кусочек сыра взяла, 24 грамма типа российского, и цикорий с молоком. Вот. 300 калорий мой завтрак. Кому нравятся мои видео, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Всем приятного аппетита, кто в это время кушает. Работа продолжается. Здесь мусор, что вы видели, уже муж, считай, собрал с утра, вот в мешки слаживает. Вот, а ребята пока завтракают. Буду пекти пирог. Я вам уже показывала, то пирог с вишней. А это я просто вот накрошила персиков, груши. Сейчас туда все перемешаю. Вот. Залью в эту сковороду. Ну, и немножко добавлю вон вишни сушеные. И будет прекрасный пирог. Покажу потом. Ну, вот так. Где, что, сколько, не знаю. Так, это и фрукты, видите, как получилось. А сверху украшу немножко еще и вишенькой. Той, которую я сушила, вернее, черешни. Все достаточно. И в духовку. Вот такой пирог получился. Сейчас он немножко остынет. Я его выму и присыплю пудрой сахарной. Покажу потом. Вот такой пирог получился. Я его вытащила со сковороды. Сейчас его притрушу. Будет красивый. Вот. Сахар перемолола и посыплю. О, все, замечательно. Как я его готовила, сейчас быстренько расскажу. Может, кто-то не знает рецепта. Но здесь две порции. На одну порцию один стакан молока или кефира, в общем, что-нибудь молочного. Один стакан молока, одно яйцо, один стакан сахара можно, не полный, сахар тоже по вкусу, ну, до стакана. Пол чайной ложечки соды погасить уксусом. Если это кефир, то просто в кефире погасите. И что туда еще? Ну, щепотка соли, пол стакана растительного масла. И муки, получается, там стакана два, наверное, муки. Ну, чтобы такая была густая сметана получилась, пирог. Если не ложить сахар, то можно... В общем, это тесто такое универсальное, мне очень нравится. Можно заливать и капусту, и брокколи. В общем, делать какие-то заливные пироги. Или делать кексы отдельно, не маленьким пирогом, а небольшими кексами. Добавляете фрукту, сухофрукту, и все вот это вот с этим тестом получается очень вкусно. Ну, все, вроде правильно сказала. Один стакан молока, молочного продукта, один стакан сахара, одно яйцо, щепотка соли, пол чайной ложки соды и пол стакана растительного масла. Ну и муки, там где-то 2-2,5 стакана. И все, перемешал, быстренько наколотил, и все, вот вам. И в духовке где-то 200-220 градусов. Ну, у меня пекся час, потому что двойная порция, и духовка у меня не очень печется. Ну, там просто нужно уже смотреть. У нас работа продолжается, снимают доски. Смотрите, что делается. Там ребята. Вот, Коля выбивает гвозди. Так что работа кипит. Не знаю, как оно будет дальше. Ну, думаю, будет все нормально. Вот такие у нас тут пироги. А я к соседу по сливе. Хочется слив. Они еще зеленые. Ну, пару штук я сейчас что-то сорву. Хожу тут к нему. Ничего не ругается. Все равно они падают. Вот такая сливка. Видите?
Вот такая сливка. Ну, они еще зеленые. Но сейчас сорву пару штук таких, выберу, чтобы хоть чуть-чуть были похожи на спелые. Вытяните. Мягкая сразу пришла за мной. Что ты пришла? Что хочешь? Что рассказываешь? Ах ты, Маруська. Пошли домой. Пошли домой. Девочки и мальчики, видите, какая непостоянная женщина. Выломала всю кукурузу, она уже, конечно, даже немножко перезрела, но решила ее сварить. Может, мальчишки поедят, но я тоже не выдержу. Вот не знаю почему, никогда не выдержу ее, чтобы не есть кукурузу. Даже вот покажу вам. Мороженое полная морозилка, но я его не ем. А кукурузу не могу. Кукурузу буду есть. Хотела вам показать, как раньше делали крыши. Все-таки было сделано крепко. Вы видите этот гвоздь? Он не круглый, он квадратный. Как трудно его тоже было выдергивать. Я уже мужу говорю, хоть не убирай их. Попробуй такие гвозди найти. А вот это вот все было забито квадратными гвоздями. Ну все, видите, уже вторую половину разобрали. Вот молодцы. Это такая опасная работа, завалить вот этот вот. Ой-ой-ой. Ой, чтоб не прибило. Ой, опасная работа. Куча проводов и интернет, и свет, чтоб не задеть. Ответственные моменты. Не буду я снимать, бо я не выдержу. Если не дай бог, что с этого вот пошла я отсюда. Боюсь. Да. У меня обед. Это мальчишки уже заценили пирог, но пирог я есть не буду. Ну вот, а кукурузу буду. Если я посчитала, как 350 грамм, 500 калорий. А дальше будет видно. Остановлюсь я, ну, я думаю, что остановлюсь трикач. Она, тут они не очень большие, но я думаю, достаточно. И еще попозже, сейчас не буду, попью цикорий с молоком. В общем, у меня обед на 500 калорий. Было не пройти, не проехать. А теперь тем более. Боже мой. Все, разобрали крышу полностью. Сейчас попробую снять вам. Все, нет у нас крыши пока что. Завтра работы будут продолжаться. Ну, как вы думаете, кроме меня кто-то ел эту кукурузу? Конечно, никто ее не ел. Сварила, думала, ребята будут есть. Пирог они съели, кукурузу нет. А я вот уже второй раз буду ее есть. Значит, был там перекус. Пила цикорий с молоком и хлебцы с мягким сыром ела. И вот на ужин опять будет кукуруза. Значит, здесь я взяла две. Будет 250, где-то грамм я буду считать. И за целый день 1300 калорий. Ну, скорее всего, я кукурузу посчитала неправильно, как обычно, поэтому даже пусть 1400, пусть 1500, ничего страшного, у меня сегодня кукурузная диета. Ну ничего, кукуруза бывает раз в год, уже отведу душу. Вот. Но все равно понедельник отчетный день, посмотрим, что покажет. Ну все, мой день закончился, спасибо всем за просмотр, до свидания, до завтра.